Доброе утро! Сегодня 8 февраля, вторник. В эфире Финверсия ТВ, а с вами Анастасия Деменец. Сегодня в нашем выпуске. Американская молодежь знакомится с текилой. Как Тесла в биткоин поверила и отчего основатель Alphabet продает акции своей компании. Узнаем прямо сейчас. Акции Peloton выросли более чем на 30% на расширенных торгах в пятницу после того, как The Wall Street Journal сообщил, гигант электронной коммерции Amazon начал переговоры с компанией по поводу потенциальной сделки. Рыночная капитализация Peloton, составляющая примерно 8 миллиардов долларов, упала с почти 50 миллиардов долларов год назад. Инвесторы вошли в акции после начала пандемии COVID-19, в результате чего акции выросли более чем на 440% в 2020 году. Но они начали из них выходить, поскольку многие понимают, будущий рост будет стоить гораздо больше. Акции закрылись в пятницу на уровне $24.60, что значительно ниже цены IPO в $29. По информации журнала, другие потенциальные покупатели тоже рассматривают эту возможность, но сделка может и не состояться. Газета Financial Times отдельно сообщила, что производитель кроссовок Nike рассматривает предложение. Сведения носят предварительный характер, Nike пока не ведет переговоров с Peloton. Возможных покупателей привлекает стремительный рост продаж велотренажеров и беговых дорожек Peloton во время пандемии. Инвесторы пересматривают подход к торговле акциями крупных американских технологических компаний после волатильной недели, сопровождающейся резким колебанием цен, пишет The Wall Street Journal. Теперь участники рынка начинают внимательнее анализировать лидеров роста и падения, пытаясь понять, бумаги каких компаний имеют потенциал для роста в следующем году. Акции пяти мировых технологических лидеров – Meta, Apple, Amazon, Netflix и Alphabet, известных как FANG, за прошедшие 3 года продемонстрировали существенный и схожий рост. Между тем, с начала 2022 года бумаги всех 5 компаний дешевеют. Индикатор FANG+, отслеживающий эти и ряд других акций, с начала года рухнул на 10%, демонстрируя динамику хуже рынка. В ближайшие дни инвесторы будут оценивать квартальные отчеты таких компаний, как Twitter и Uber Technologies, на предмет признаков замедления темпов роста. Текила и мескаль были второй по темпам роста категории спиртных напитков в 2021 году, уступая только готовым коктейлям. По данным Совета по дистиллированным спиртным напиткам США, продажи спиртных напитков на основе агавы выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом, до 5 миллиардов долларов. Это также была вторая по величине категория по доходам после водки, которая была самым продаваемым спиртным напитком в Штатах с 1970-х годов. При доходе в 7,3 миллиардов долларов водка по-прежнему продается примерно на 2 миллиарда долларов в год больше, чем текила и мескаль, но спиртные напитки на основе агавы могут потеснить их всего за несколько лет. После того, как потребители попробуют коктейли, приготовленные из мескаля, следующий шаг промоутеров из этой категории – познакомить их с крепкими напитками, приготовленными из различных видов агавы. Молодые потребители лидируют в этом отношении, стремясь расширить свои вкусовые горизонты. Frontier Airlines и Spirit Airlines, два крупнейших бюджетных авиаперевозчика в США, договорились о слиянии, в результате чего будет создана пятая по величине авиакомпания в стране. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку на выходных перед тем, как руководители обеих авиакомпаний объявили о достигнутом соглашении в Нью-Йорке. В результате сделки на сумму 6,6 миллиардов долларов Frontier Airlines будет контролировать 51,5% объединенной авиакомпании, а Spirit Airlines достанется 48,5%. Убытки Tesla от падения стоимости принадлежащих ей биткоинов по итогам 2021 года составили $101 миллион. Об этом сообщил автопроизводитель в годовом отчете, который подается в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Производитель электрокаров инвестировал в биткоин $1,5 миллиарда в феврале 2021 года. Tesla заявила, что на 31 декабря рыночная стоимость ее активов в этой цифровой валюте составила почти $2 миллиарда. Компания подчеркнула, что понимает риски, связанные с волатильностью криптовалюты, отсутствием регулирования, а также их подверженностью кибератакам. Производитель электрокаров заявил в отчете: «Мы верим в долгосрочный потенциал цифровых активов как в качестве инвестиций, так и в качестве ликвидной альтернативы денежным средствам».
Один из основателей и член совета директоров Alphabet Incorporated Ларри Пейдж продал бумаги компании на сумму более чем 80 миллионов долларов спустя несколько дней после того, как цена акций взлетела на фоне впечатляющих квартальных результатов и сообщения о грядущем сплите. Об этом сообщает MarketWatch. В уведомлении Alphabet, поданном компании в комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорится, что Пейдж продал 13 889 акций класса C на открытом рынке 3 февраля. Бумаги были проданы по средней цене 2920 долларов по подсчетам MarketWatch. Таким образом, Пейдж привлек 40 миллионов долларов. Азиатские инвесторы теперь могут покупать и продавать американские акции в рабочие часы в Корее в режиме реального времени благодаря партнерству между Samsung Securities и американским оператором внебиржевой торговой площадки Blue Ocean Technologies. Это первый случай в истории рынков США, когда инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона и корейские инвесторы получат возможность торговать акциями США раньше американских инвесторов, прокомментировал президент Blue Ocean. Новая услуга была уже запущена и позволяет торговать в режиме реального времени всеми тысячами акций национальной рыночной системы США и биржевыми продуктами с 10 утра до 18 часов вечера по сеульскому времени через Samsung Securities, брокерскую дочернюю компанию Samsung Group, которая сотрудничает с Blue Ocean. По итогам первого квартала 2022 финансового года, который завершился 1 января, чистая прибыль американского производителя продуктов питания Tyson Foods Incorporated выросла более чем в два раза до 1,12 миллиардов долларов или на 3 доллара 7 центов в расчете на акцию. Как говорится в сообщении Tyson Foods, прибыль без учета разовых факторов выросла до 2 долларов 87 центов на акцию с 1 доллара 94 центов на акцию годом ранее, превысив консенсус прогноз экспертов, опрошенных FactSet. Мировые финтех-компании привлекли инвестиции на сумму свыше 210 миллиардов долларов в 2021 году. На это на 70% больше, чем годом ранее. В частности, благодаря росту интереса инвесторов к криптовалютам и технологии блокчейна, об этом говорится в отчете KPMG. Инвестиции в сервисы, ориентированные на криптовалюты и блокчейн, достигли рекордных 30 миллиардов долларов. Приток средств инвесторов в компании, занимающиеся платежными технологиями, составил 51,7 миллиардов долларов. В компании сферы кибербезопасности 4,9 миллиардов долларов. Предписание Банка России в отношении Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, направленные на борьбу с недобросовестными практиками на торгах с использованием роботов, так называемая борьба с роботами, не затрагивали тему изменения тарифов биржи, в том числе за сверхнормативное выставление заявок. Так, в пресс-службе регулятора ответили на просьбу Интерфакса прокомментировать введение биржи с 1 марта нового тарифа для участников секции «Нефтепродукты». Сейчас биржа штрафует клиента на 1500 рублей, если он выставляет в одном стакане более 50 пустых заявок, не заканчивающихся покупкой-продажей. На прошлой неделе стало известно, что с 1 марта штраф повышается до 5000 рублей, а число нештрафуемых сделок сокращается до 30. То есть теперь, начиная с 31-й пустой сделки, за каждую последующую пустую выносится штраф в 5000 рублей. Обратите внимание, завтра в 18:30 по Москве будут озвучены запасы сырой нефти в Штатах. Свежие данные могут повлиять на положение доллара и открыть возможность заработка на его движении. Портал finversia.ru – это финансовая версия происходящего в мире экономики. Мы нуждаемся в ваших отзывах. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите свои мнения и вопросы в комментариях. finversia.ru делает экономику понятной. Подробно обо всем, что происходит в мировой экономике и на фондовом рынке, читайте на портале Finversia. Ссылка в описании под видео. А теперь об основных событиях, которые влияют на фондовый рынок сегодня, 8 февраля. В Японии публикуют индекс расходов домохозяйств, баланс счета текущих операций, объем банковского кредитования, уровень оплаты за сверхурочную работу, а также индекс текущей ситуации и прогноз от EcoWatchers. В Австралии обнародуют информацию касательно индекса делового доверия. В Дании выходят объемы промышленного производства и сальдо торгового баланса. Во Франции изменения баланса счета текущих операций, объемы экспорта, импорта и данные по сальдо торгового баланса. Испания публикует объем промышленного производства –
Италия объем розничных продаж. В Штатах станут известны данные по индексу делового оптимизма малого бизнеса, сальдо торгового баланса. Канада представляет объем экспорта, импорта и сальдо торгового баланса. Американский нефтяной институт отчитывается по запасам нефти на прошлой неделе. Курс единой европейской валюты снизился против доллара к отметке 1.1439. На протяжении дня наблюдалась разносторонняя динамика торгов. Была попытка протестировать локальное сопротивление 1.1480. Доходность десятилетних казначейских облигаций США продолжила расти, и сейчас она на уровне 1.927%. В понедельник доллар немного вырос благодаря сильным данным по занятости в Штатах. Доллару помог сильный отчет по занятости в пятницу. В январе в США было создано 467 тысяч рабочих мест вне сферы сельского хозяйства, что намного больше, чем ожидалось. Ожидания также могут быть подкреплены индексом потребительских цен в Штатах, который будет опубликован в четверг. При этом общие и базовые показатели потребительских цен за месяц, согласно прогнозам, вырастут на 0,5%, в результате чего годовые показатели составят 7,3% и 5,9% соответственно. Сегодня в центре внимания краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, объем экспорта и импорта США и сальдо торгового баланса. Торговый четверг показал курс фунт-доллара на более низких ценовых уровнях. Пара снижается в рамках новой нисходящей тенденции. Надежная поддержка на уровне 1.3490. Доходность десятилетних облигаций Великобритании поднялась до уровня 1.422%. Не исключено, что фунт в паре с долларом США может отреагировать на индекс потребительских цен в Штатах и на инфляционные показатели от Мичиганского университета. Новый рост доллара против других мировых валют только ослабит фунт. Вместе с тем на валюту королевства влияют и недавние публикации Банка Англии. В прошлый четверг банк повысил ключевую процентную ставку до 0,5%, тем самым оправдав ожидания инвесторов в попытке сдержать безудержное ценовое давление. При этом Центральный банк предупредил, инфляция в Британии скоро превысит 7%. Четверо из 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике хотели повысить процентные ставки на 0,5%. Однако большинство, включая главу Центрального банка Эндрю Бейли, проголосовали за повышение на 0,25%. На этой неделе в центре внимания, скорее всего, будет баланс цен на жилье от РИКС, ВВП Великобритании и объем промышленного производства. Данные лучше прогноза могут спекулятивно укрепить фунт от нынешних уровней. Также валютная пара будет чувствительна к статистике США. На американской сессии выйдет объем экспорта и импорта. Золото укрепилось до январских ценовых уровней, сформировалась недельная восходящая тенденция. В центре внимания торговый диапазон 1830-1809 долларов за унцию. В случае фиксации прибыли со стороны участников рынка, банковский металл может скорректироваться до поддержки на уровне 1809 долларов за унцию. Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти, газа, финансов и потребительских услуг. Рынок испытывает давление со стороны секторов технологий, сырья и телекоммуникаций. Новостные сигналы Поднебесной создают уверенность для инвесторов. По данным СМИ, инфляция в Китае останется умеренной в 2022 году, если ужесточение политики мировыми центральными банками замедлит подъем цен на сырьевые товары. Это отмечают в Государственном комитете по развитию и реформам КНР. NDRC ожидает снижения инфляционных рисков в стране в этом году, отмечая, что негативные последствия COVID-19, а также проблема глобальной нехватки некоторых видов товаров ослабляются. В декабре потребительские цены в Китае выросли на 1,5% в годовом выражении, цены производителей на 10,3%. Биткоин после небольшой коррекции не смог пробить уровень поддержки в районе 44 043 доллара. На данный момент после резкого взлета котировок участники рынка придерживаются выжидательной позиции. Капитализация рынка криптовалют по итогам понедельника составила 2 триллиона долларов. По данным СМИ, позитивная реакция инвесторов на данные рынка труда США спровоцировала рост криптовалют. В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике штатов в январе увеличилось на 467 тысяч человек, что оказалось намного
намного выше среднего прогноза аналитиков. Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма омикрон. Некоторые эксперты не исключали вероятности, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя. На этой неделе состоится публикация важной экономической статистики США. На финансовых рынках традиционно возрастет активность торгов. В центре внимания будет базовый индекс потребительских цен. Индекс потребительских цен, число первичных заявок на получение пособий по безработице и инфляционные показатели от Мичиганского университета. Что происходит с российской экономикой сегодня и чего можно ожидать завтра? Курс рубля и курс доллара, пенсии и зарплаты в России, борьба с бедностью. Программа «Тысяча и одна секунда» об экономике и ее автор Ян Арт на прямой связи со зрителями. Прямой эфир «Финверсия» 8 февраля в 19:00 по Москве. Не пропустите. Какие акции могут стать фаворитами 2022 года? И как вмонтировать в стратегию частного инвестора поправку на возможный медвежий рынок или обвал? Тактика шопинга на падение рынков. В гостях у Яна Артен, директор по стратегии группы компаний «Финам» Ярослав Кабаков. Прямой эфир «Финверсия» 9 февраля в 19:00 по Москве. Не пропустите. Ну а полный календарь эфиров, а также ссылки на наши каналы на платформах Telegram и Яндекс.Дзен вы можете найти в описании под этим видео. Портал «Финверсия» – это финансовая версия происходящего в мире экономики. Ждем ваши лайки и комментарии.